Я живу на Среднем Урале, поэтому предпочитаю семена сибирской селекции. Самые вкусные томаты – это крупноплодные. Их вес достигает 1 килограмма. Мякоть сахаристая, очень вкусная. Я выбрала семена томатов «Розовый мед», «Малахитовая шкатулка». Это зеленоплодный сибиряк с незабываемым сладким вкусом. Томат «Шапка Мономаха» очень крупный, с сахаристой мякотью и малиновыми плодами. Обожаю антоциановые томаты. Снаружи они фиолетового цвета. Это говорит о том, что они содержат антоцианы, биологически активные молекулы, мощные антиоксиданты, защищающие клетки организма от дегенерации и старения. Очень хорошо их использовать при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это лечебные плоды. Они хороши в салатах, очень красиво выглядят в сочетании с другими томатами разных цветов. Очень люблю низкорослые томаты, детерминантные. Они буквально всегда усыпаны плодами. Вот Каспар, очень вкусные плоды, ультраскороспелые все. Быстро созревают, и их всегда большое количество. Из высокорослых сортов я выбрала томат Либерао. Он исключителен по вкусовым качествам, по срокам хранения и идеален для консервирования. Томат Рани, Верлиока, томат сибирский скороспелый, высокорослый, очень крупный, до 600 граммов. И очень интересные томаты Пузата Хата.